Меркель не готова к частичной отмене санкций против РФ. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на позитивные сдвиги в Минском процессе после того, как завершатся президентские выборы в России. Прежде, чем обсуждать вопрос о частичной отмене введенных против России санкций, следует сделать хотя бы пару качественно важных шагов в реализации минских договоренностей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 12 марта. К числу таких качественно важных шагов канцлер ФРГ отнесла эмиссию голубых касок, которую, подчеркнула она, в принципе поддерживают обе стороны, и Украина, и Россия. О мандате для такой миссии, указала Меркель, уже несколько месяцев идут переговоры в Совете Безопасности ООН, но желаемого результата пока не достигнуто. Ангела Меркель напомнила также о постоянных нарушениях режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины. «С момента заключения минских договоренностей я жду того дня», заявила она, «когда будет хотя бы в течение 10 дней прочно соблюдаться перемирие, что является первым пунктом этих договоренностей». Канцлер Германии надеется, что после намеченных на 18 марта президентских выборов в России ситуации удастся сдвинуть с мертвой точки и придать импульс качественных сдвигов в Минском процессе. Ранее Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не нашел достаточных оснований для отмены экономических санкций против России. Источник. Русская служба Deutsche Welle. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал http://meekorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.